Город в лицах. Теперь нефтеканцы могут увидеть в витринах библиоцентра знакомых им людей. Увидеть и узнать, какие книги они предпочитают читать. Ведь сегодня стартовала акция «Это моя книга». Она организована централизованной библиотечной системой совместно с компанией «Уфанет» в Нефтекамске. Мы хотели бы показать, что читают все, независимо от того, кто чем занимается. Читают спортсмены, читают чиновники, читают предприниматели, читают все. И поэтому мы назвали свою акцию «Это моя книга». Очень активно на нашу акцию откликнулись спортсмены, и приняло участие 44 человека. Спортсмены читают, то есть, потому что в современном спорте очень большое значение имеет не только физическое состояние, но и тактическая подготовка спортсменов. В принципе, здесь задействованы все, практически все отделения нашего города по видам спорта. То есть тут и пловцы, и боксеры, и баскетболисты и так далее. Все виды спорта практически здесь. Спортсмены читают в основном литературу по школьной программе, потому что многие из них учатся в вузах. Можно вот это, да, подчеркнуть. Многие читают и для души. Спортсмены у нас планируются, они будут у нас на окнах размещены в течение месяца, пока мы не сделаем другую фотосессию с медийными лицами. Поддержку в данной акции централизованной библиотечной системе оказали Нефтекамский дом печати и компания «Уфанет» в Нефтекамске. Кстати, стоит сказать, что компания «Уфанет» спорту уделяет особое внимание. В этом году конкурс интернет-ресурсов «Мы в интернете» также посвящен спорту. И принять в нем участие могут любые сайты, форумы, блоги, группы в социальных сетях, спортивной тематике. Салават Хайруллин, Рамиль Мустафин, телеканал ЮТВ.